Организован ветеринарно-полицейский пост, это село Апаково, до которого до очага заболевания у нас чуть более 40 километров. Производится ежедневный досмотр всего автотранспорта, который проходит на территории Ульяновской области. Также проводится подворный осмотр свиней. Напомним, главный метод борьбы с африканской чумой – это уничтожение всего поголовья свиней в карантинной зоне. Для человека болезнь не опасна, но он может быть переносчиком вируса. Вирус очень устойчив во внешней среде, на одежде, обуви может сохраняться до 100 дней, в замороженном мясе до 300 дней, в досках, в сараях, в полах до 180 дней. Поэтому при купировании данного очага принимаются довольно-таки такие вот строгие, жестокие меры. Телефон горячей линии ветеринарной службы 2 71 36. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.